Я рисую 1,5 года всего. В интернете я прочитала, что тот, кто сидит дома, может начать рисовать, учиться у старых мастеров. Я в интернете прочитала все о 16 веке, какие там были художники. И вот эти картины Леонардо да Винчи, Вермеер, Джорджони, Тициан, многие другие картины. Я училась по этим картинам. Я решила, Леонардо да Винчи я написала картину, месяц писала. А эта картина Ян Вермеер, 1665 год, голландский художник. Считается, что эта картина соответствует как бы по уровню картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза», считается голландской «Мона Лизой». Писать картину – это было сложно. Я в интернете оригинала настоящего не нашла. Но все, что было, так и рисовала по фотографии. Но когда мне дали возможность найти оригинал этой картины, обратите внимание, что черный фон – это не совсем черный. После черноты он еще покрыт лессировкой зеленым цветом. Почему зеленым? Потому что вот этот костюм девушки, был коричневого цвета. Я так и думала, что он коричнево-желтый цвет. Но я подумала, нашла оригинал, а там оказалось, что цвет зеленовато-желтоватый. Тогда этот коричневый цвет я покрыла лессировкой зеленым цветом. И вот такой цвет получился у меня точно, как у оригинала. Теперь не все дорисовывают художники копии. Значит, здесь шея, она продолжается вплоть до уха. Шея, но она находится в темноте, в тени. А еще продолжение этого пальто. Вот это легкое пальто. Это тоже не каждый художник. Как бы это считается, что не нужно. Еще я нашла в оригинале вот этот синий момент, который соответствует вот этому моменту, да? Многие художники просто это как бы и не замечают. И вот это не рисуют, вот это, а рисуют только это. Но это есть в оригинале. Теперь что хочу сказать. Мне очень трудно далось лицо этой девушки, так как я не художник, я не училась нигде, у меня нет специального образования, даже нет высшего образования. Но, видимо, способность у меня есть. И я училась на всех копиях, как рисовать портрет и другие виды тела. Например, вот Джорджони, картина «Спящая Венера». И вот портреты у Леонардо да Винчи, самые лучшие портреты, и по них я и научилась рисовать. У тени, вы видите, как мягко переходят тени, часть, а здесь рефлекс. Это свет как бы от того, как падает свет, рефлекс. Теперь я что хочу сказать, что мне еще трудно здесь далось. Я сначала думала, что не так расположены лицо, вот эту головной убор девушки, но приходилось много раз поправлять картину. И все-таки я считаю, глаз у меня получился, она смотрит немножко вниз, а надо, чтобы она повернулась и смотрела на человека, который ее рисует, пишет, видимо, пишет с нее картину. И все-таки я добилась результата, глаз новый, ну не новый, а подправила так, чтобы он смотрел на меня. Вот я ее пишу, здравствуй, девушка с жемчужной серьгой. В общем, я добилась результата, я очень рада. Пусть хоть каждый начинающий художник или каждый художник, пусть попробует нарисовать такой портрет этой Моны Лизы из Голландии.